Боевики снова обстреляли мирных жителей. На этот раз под огонь оккупантов попали жилые дома в населенном пункте Золотой Луганской области. В 11 квартирах вылетели окна, а в частном доме снаряд повредил несколько комнат. Обошлось без жертв. Репортаж с места события Анастасии Волковой. Еще утром это место было кухней семьи Быковых. Вся техника и кухонная утварь уничтожены вражеским снарядом. В соседних комнатах вылетели окна, хозяин дома чудом остался жив. Он начал стрелять сильнее. Ну, думаю, выйду, послушаю, откуда, где, куда. Ну, вышел буквально 2 метра от этого калитки, отошел туда. Гуп! Разворачиваюсь, тут таки пыль, куски все валяются, все. Супруга Татьяна в это время была на работе. Звонит мне муж. Смену я уже сдаю. Без 15:08. Звонит муж и каже: Таня, ты не переживай. У нас попал снаряд в дом. Бога благодарю, что остались живы. Что муж остался живы. В течение дня здесь работают саперы, убирают осколки и разминируют территорию. Уже установили и стреляли со стороны оккупированного Первомайска из запрещенного минскими договоренностями 122-го калибра. Прицельно били по эстакаде, которая по путепроводу, которая соединяет 2 населенных пункта – Горская и Золотое. Недалеко отсюда – школа. По этой дороге дети идут на уроки. Если бы огонь открыли часом позже, случилась бы трагедия. Прилегающие дома остались без стекол. Золотое находится в 3 километрах от линии фронта. Сегодня здесь живут более 6 000 людей. До войны было вдвое больше. И тут я уже, я вам скажу, 37 лет. Живу. Уезжала на полгода до сестры. Вроде все хорошо, но нет. Тут уже привыкла. Всех людей знаешь. На работе все сотрудники. А соседи у меня золотые. Ну, тяжело мне уезжать отсюда. Семья Быковых надеется, до зимы дом удастся отремонтировать. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, UATV.